2 июля 2024 год. Deep State интерфейс обновился. Появились интересные инструменты. Так, перейдем на спутниковый вид. Смотрите, часто я рассказывал, как гражданским определить, насколько опасно находиться вам от линии фронта в зависимости от его приближения, от километража. Сейчас появилась здесь не только линейка, которую можно замерять, но и рисовать теперь можно. Вот смотрите, я живу в Харькове. Ну, уже третий год не живу, но вот здесь я, вот здесь, на Северной Салтовке, да? Допустим, вы тоже живете на Северной Салтовке, и сейчас российские войска, он у нас там к Липцам приближается. Мы берем и меряем откуда? Мы берем и меряем не от серой зоны, вот этой серой зоны, где идут бои, а от красной, та, которая жестко уже закреплена, ну, то есть уже уверенно держится расистами. То есть мы берем, вам надо сейчас определить, если до вашего дома 20 километров, добивают ли до вас грады. Где у нас 20 километров? Вот у нас 20 километров. То есть теперь что это получается? Теперь это получается, что все вот здесь отсюда и вся вот эта зона, если вы находитесь, ваши дома в этой зоне находятся, да, понимаете, то до вас добивают грады, захваченные расистами территории. То есть это уже довольно опасно, я бы рекомендовал вам, ну, собирать манатки и куда-то глубже в город переезжать. Это массовое и дешевое оружие. Его часто применяют, как бы уже довольно степень опасности. Я бы не рисковал там, на месте гражданских. Понятно? Дальше смотрим. Как увеличивается степень опасности? Допустим, вы в 15 километрах уже добивает ствольная артиллерия. Меряем, где у нас 15. Это же от любой точки, да? То есть не обязательно это Харьков. Меряйте от Донецка там. Куда вам надо, 15 километров. Вот здесь массовая ствольная артиллерия добивает. Да, она там есть больше-меньше, но такая дешевенькая, многочисленная, это именно сюда. То есть, опять же, берете здесь уже вот эту вот всю территорию, вот это, сюда будет добивать не только грады, то есть и грады по вам прилетают, но теперь сюда ведь не только грады добавились, но еще и ствольная артиллерия. То есть уже вдвое, в четверо страшнее. Тут больше вероятность будет у вас погибнуть. Черкасские тишки, русские тишки. Вот это слобожанское, все понятно, да? Но совсем все плохо, ребята, если до вашего дома 7 километров. Это до вас добивает уже 120-й миномет. Где у нас 7 километров? Видите, как удобно. Это обалдеть, какая класснючая функция, эта карта Deep State. Вот у вас все, что вот внутри этого поля, это до вас добивает и град. Вот отсюда будут они стрелять, да? И град, и ствольная артиллерия, и минометы 120-е. А если там будет какой-нибудь, ну, то есть это, я не знаю, это вы уже просто, если вы не ходячий, то вас вывозить должны. То есть там находиться категорически уже гражданским запрещено. А тем более 3 километра там уже добивает и 82-й миномет. То есть это почему он плох? Потому что он массовый, дешевый, его много, и они лупят. И куда страшнее, чем кабы. Кабы могут долететь куда угодно там на расстояние там 50 километров, но их мало. И ракеты тоже там какие-то, их мало. Линейка, линейку посмотрели. Что у нас тут еще? Ну вот эта вот удобная штука, мне она точно будет нужна по военным делам. Не часто хочется включать свет, чтобы засвечивался телефон. Ну а вам там уже, смотрите, темная тема нужна, не нужна, это дело такое. Что еще у нас есть? Погода. Ну погода тут от связи будет зависеть, да? Как оно, насколько хорошо у вас связь берет. Ну я в принципе пробовал, показывал он мне ветер и эти самые, и осадки. Удобно тоже очень. И вот, конечно, вот эта функция очень нужная мне. Я отдельно заходил на сайт Firms для того, чтобы определять, где пожары. В чем смысл? По пожарам можно определить, где идут активные боевые действия. Ну, теперь это прямо в Deep State есть. Вот мы включаем 6 часов последние пожары. Пожары — это значит где-то прилет и что-то горит. Вот рядом с Васильевкой что-то горит. Наши, видать, туда лупят. Да.
Работина многострадальная, где меня контузило, блин. Ну, тут уже мало активно за последние 6 часов. Понимаете идею, да? Вот Харьков. То есть у нас тут по липсами глубокое, глубокое, по-глубокому шпарят. Ну, в общем, пользуйтесь удобно. Дипстейт — это, конечно, просто великолепный ресурс. Что ж погода? А, дальность уражения. Посмотрите, как удобно. Вот я вам там рассказываю, что-то то-то, сё-то, что-то летает. Вы там не поверили моим словам, где там этот град? Торнадо, торнадо, град. Я вам говорил, 20 километров он бьет. Что вам говорит? На сброне от 5 до 20 километров дальность стрельбы. Вот не соврал.